Добрый день, дорогие родители. Хочу представить вам наш восстановительно-реабилитационный центр, который находится в Жуковке и который имеет полный спектр для того, чтобы провести как восстановительное, так и реабилитационное и просто как бы оздоровительное лечение для детей любого возраста. В настоящий момент мы специально подготовили для вас материал по грудничковому плаванию. Это давно известная процедура, которая акцентрируется только на закаливающем эффекте. Но на самом деле грудничковое плавание важно для того, чтобы у ребенка как можно лучше развивалась мышечная система, чтобы была группировка правильная мышц, для того, чтобы он вовремя сел, вовремя пошел, чтобы у него не было в дальнейшем нарушения осанки. А также грудничковое плавание хорошо влияет как на бронхолегочную систему, так и на иммунную систему в целом. Поэтому мы готовы предложить к вашему рассмотрению комплекс грудничковое плавание, массаж для детей с 3 месяцев, то есть раньше все-таки нежелательно, для того, чтобы ваш ребенок рос и развивался соответственно всем нашим педиатрическим нормам, а также на радость вам. При этом мы готовы рассматривать варианты индивидуального подхода и для детей всех возрастов, включая до 18 лет. Также это могут быть дети послеоперационный период, после сложного лечения, в том числе онкологического. Мы готовы пойти именно навстречу в том, чтобы подобрать индивидуальный комплекс разрешенных мероприятий при каждой нозологии. При этом мы рассматриваем вопрос о том, чтобы при необходимости, при запросе семьи провести эти мероприятия на дому. И тоже плавание, и массаж, и ЛФК, занятия на мяче, которые очень нравятся детям. Они очень важны для развития вегетативной нервной системы, центральной нервной системы, а также для установления контакта с обществом. Потому что, выезжая куда-то с малышом, вы уже его социализируете. В настоящее время оно очень непростое, и все переживают, поэтому наши дети испытывают такие же стрессовые нагрузки абсолютно, как и мы, включая наших малышей. И именно вода может помочь им расслабиться, получить мышечный тонус с одной стороны и при этом нормализовать баланс нервной системы. Наш центр отличается от других центров именно тем, что мы готовы услышать ваши предложения о том, что мы можем сделать для вас, вашего малыша и в целом для вашей семьи. У нас комплексный семейный подход, поэтому, конечно, мы выслушаем мнение любого из вас. Мы рассмотрим ваши запросы и подготовим свое предложение для проведения наших мероприятий как в центрах, так и у вас на дому.